Елена Кирюшина без «Самарской газеты» не может прожить и дня. Вот уже 15 лет она постоянный ее читатель. Сегодня пришла на почту оформить очередную подписку на полгода. Цена доступная, рубрики на любой вкус и городские новости Елена узнает не от бабушек во дворе, а с первых полос «Самарской газеты». Это глаз города, газета, освещает все. И культуру, и все наши трудности, и помощь от администрации нам помогает. В каждый дом стучаться, все, что мы стучимся, все, он нам помогает. И очень много, конечно, детям внимания уделяют в этой газете. И дачникам тоже. Ну как без такой газеты жить? Никак. Тираж «Самарской газеты» увеличивается год от года, растет популярность, издание постоянно модернизируется, появляются новые рубрики. Но главное остается неизменным. Это действительно газета наша с вами. Для нас нет мелких тем. Для нас темы нашего двора, нашего дома, да, также важны, как важнейшие политические решения, принимаемые президентом нашей страны. И в этом смысле всю эту информацию мы нашим читателям всегда даем. Поэтому это действительно газета, которая делает новости, городские новости вместе со своими читателями. Так и было, так и останется. Ярослав Абанцев и Тарас Бурлак газеты читать любят. Футболисты «Крыльев Советов» так коротают время в аэропорту или в самолете. Привычка узнавать новости из газет осталась еще с детства. Я все, в принципе, читаю и про спорт, и про политику, и про простую жизнь. В принципе, все интересно. Читатели, оформившие подписку на «Самарскую газету», не ушли без подарков. Футболисты подарили билеты на ближайший матч «Крыльев Советов». Фотографировались и раздавали автографы любителям английской игры. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.